Всем приветики. В общем, решил помыть кружку. Я уже, наверное, запарился этой кружкой моющим средством. И заметил, что вот когда средство там на дне, то кружка становится зеленоватой как бы. То есть, вот если глянуть, то средство получается на дне, а зеленева вот она, по краям идет вон она. Там зеленева идет вот такая, с краю. Тут вот видно зеленева. То есть, чашка получается так сделана, что эти, что отсюда лучи передаются вот на края, это круто. И получается, вот он весь кантик зеленый стал, просто. Просто стал весь зеленый. И в боках он капли зеленые. И она круто так смотрится на самом деле. То, что она именно позеленевела. Это так необычно было. Я так глянул, смотрю, раз, чашка зеленая. Он такое все зеленое стал. Сейчас вот хорошо видно то, что кантик зеленый. Да и вообще она вся таким зеленым поблескивает. Хотя зеленая только вот здесь вот, кружочек снизу залит. Но она вот видно, и тут вот такая зеленая. И сверху такая зеленая, она вся зеленая стала. То есть оно отражает именно вот, получается, снизу так вот по кругу. То есть оно так снизу захватывает и передает наверх. То есть оно таким вот закруглением идет, и это закругление снизу подхватывает как бы. То есть вот так сбоку смотришь вообще. Просто зеленое снизу, остальная чашка белая. Снизу, если сбоку смотришь. А сверху смотришь, так как ты обычно пьешь, то она у нас зеленая становится. Это реально круто. Вот. Как-то так. Эффект такой прикольный. Северное сияние.